Здравствуйте! Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Toyota RAV4 2006 года выпуска. Объемом 2 литра 1АЗФЕ. Пробег двигателя составляет 91 тысячу. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется пакет документов. Грузовая таможенная декларация. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Имеется видеообзор работающего двигателя. Мотор на холостом работает тихо, ровно. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.